Добрый день! С вами Сибелькова Анна и простые мастер-классы. Сегодня мы создадим интерьерную картину на морскую тему. Список материалов я оставлю в описании к видео. Делаем три узорных шпателя из старых пластиковых карт с различным шагом зубчиков. Простым карандашом размечаем поверхность холста на три плана для моря и отрезок для неба. Начинаем работу с нижнего края. Наносим толстым слоем грубую рельефную пасту Таир. Грубая паста подходит только для твердых подложек, поэтому мы выбрали в качестве основы холст на МДФ. Если есть желание повторить такую работу на холсте с подрамником, то нужно использовать гибкую рельефную пасту. Стараемся наносить пасту равномерно. Берем самый крупный шпатель. Равномерно нажимая и виляя, ведем его от одного края к другому, создавая объемный рисунок волн. Переходим к следующему плану. Повторяем процесс, но теперь шпателем с более мелкими зубчиками. Движение шпателем делаем уже более плавные, снижая интенсивность волн. Самые дальние волны делаем мелкозубчатым шпателем. На этом этапе волны самые неволнительные, можно сказать, почти прямые. Полоску неба оставляем без пасты. Оставляем пасту сушиться на сутки. Если что-то выступает за края, можно сошкурить наждачной бумагой. Широкой кисточкой смахиваем крошки пасты. Приступаем к цвету. Используем синие оттенки, меняя насыщенность цвета от самого светлого оттенка до насыщенного на заднем плане. Небо окрашивается в средний тон. После высыхания белилами изображаем вдали образ яхты, нарисованный буквально парой движений. Картина готова. Очень просто.